Часы пустить. Пора большая. Поехали. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі, канал про авіацію і про людей, які працюють в ній, а я з України. Війна в Україні продовжується, але є добрі новини, і ви їх бачите у різних різноманітних новинах. А ми продовжуємо робити все, щоб якомога швидше прискорити нашу перемогу, і проводимо збір коштів на комплект «Лелека-100». Це безпілотники, які ми бажаємо бачити у наших Збройних силах. Тому скануйте QR-код, проходьте по посиланню, яке знаходиться в описі, і донатьте, будь ласка, на нові дрони. Нам потрібно зібрати 3 мільйона гривень. Вчора заходжу в наших комерсантів, а вони кажуть, не бачили, що йде збір. Я їм розповів, і вони одразу ж задонатили велику купу грошей. І велика дяка всім, хто це вже зробив. Ви бачите, яку суму вже ми маємо. А щоб заохотити всіх донатити, ми знайшли деякі призи. І в мене в руках вже є головний приз. Це годинник з відображенням літака Ан-178. Цей годинник буде розіграний в кінці наших зборів, коли ми зберемо, перерахуємо всі гроші і обов'язково проведемо розіграш серед учасників збір коштів. А зараз трохи політаємо. Цей політ відбувся десь вже 2 місяці тому. Прекрасний аеропорт нас добре прийняв, ми завантажились і полетіли. Так що дивіться, як працює екіпаж. Пілотує Антон. Дивимось. Ты мне не даешь даже рот открыть. Говорите, Александр. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і обов'язково розповсюджуйте це відео серед друзів і знайомих. Розкажіть їм, що йде збір коштів на безпілотники для наших Збройних сил. Антонов 3918, we are ready to taxi. Antonov 3918, taxi straight ahead Lima, cross runway 30, left November, hold short runway 21. Roger, Антонов, straight ahead via Lima, cross runway 30, then left November, hold short runway 21. Восприняли, рулим по намеченному маршруту. Замки прогреты. Хорошо, фары вы переключили, след впереди свободно готов. Справа впереди свободно. Тормоза проверил норма. Lima, cross runway 30, all short November, runway 21, Ryanair 006. Antonov 3918, for information, in takeoff position before takeoff, necessary 4 minutes for warm-up engines. We need 4 minutes on the runway before takeoff. Antonov 3918, Roger, we are aware, thank you. Что сказала тебе, Шура, что мы все и знаем. Сейчас влево на новембер. Да-да-да, точно, и ждем перед полосой. И перед полосой ждем. За нами еще Ryanair едет. Он не за нами, он сбоку ждал. Antonov 3918, will you be able to accept intersection Whiskey 1? Концепция изменилась. Не-не, full length. Full length. We need full length. Too heavy. Antonov 3918, Roger, contact tower 134, decimal 6, goodbye. 134, decimal 6, Antonov 3918. 134, decimal 6. 6 устанавливаю. Задняя кабина. Установил. 1301 heavy, hello, Bengurin Tower. Да, я. Continue. LL 2223, taxi left Romeo, turning point Whiskey 1, and you can wait at Whiskey 1. На связи. Тут запоздалое решение, что надо наддувать грузовую, у вас вот хитом установлены. Сейчас, да, все. Okay, will do. Tower Antonov 3, liner 18, shalom, hold short, runway 21.
Antonov 3918 Heavy, Shalom Tower, via November, cross runway 21, right echo. Roger, crossing 21, right via echo, Antonov. Tower low, 973. Разрешено, пересекаем. Быстренько, справа бок. Хорошо, я включил. Какой он молодец. Ага. Слово. А может, это учебные полеты, он отрабатывает сейчас. If you need the LALE 3223, we can hold on Romeo before Whiskey 1, in order to not block Whiskey 1. That's okay, you can... Когда на тренажере отрабатывает и такое видит, и то сразу же, ну, учится на голову. Потихоньку, помедленнее чуть-чуть. Поехали полностью крути, полностью крути, полностью. Да я говорю, что скорость большая, я говорю полностью. Вот ты зачем, видишь? Ничего себе. Да при чем тут, самолет тяжелый. Ничего себе. В обратную сторону выворачивай, в обратную. Вот поэтому говорю, что притормаживать надо. Ничего себе. Да, он тренируется, 787 тренировочные полеты делает. Что сказал? Че себе, на чё, на меньшем мячом нельзя потренироваться? Ну, а что делать? Если конкретный человек приучился на него. Да точно. Ну да, не, ну красиво, красиво. О, видишь? Задняя кабина, ну как там? Закрыто все, 10 человек. Я не об этом, я про наддув. Все закрыли мы. То есть можно надувать? Конечно, да. Все хорошо, понял, спасибо. Rainer 2006, via November, cross runway 21, taxi straight ahead and hold short of Romeo. Okay, cross line 21, taxi to the head, all short Romeo, Rainer 2006. Antonov 3918, are you ready for lineup? FM. Hey, FM. Придерживай. Antonov 3918, via echo, lineup and wait on me 26, period, and advise ready. Roger, Antonov, enter the runway, will report ready. Прогрев засекли? Так точно. Line up in wait runway 26, Antonov, will report ready. Ground runway 2006, confirm left straight ahead, then November, crossing the... Не разгоняйся, не разгоняйся. Line up 2006, straight ahead on November, hold short of Romeo. Straight ahead on November, short of Romeo, grazie, thanks, 2006. Europa 1301, continue left mic. Left mic, Europa 1301. Дальше. Europa 1301, contact ground 118, decimal 05. 118, 05. Следующая налево. Elale 2223, report ready to copy 86 clearance for departure. Go ahead, Elale 3223, ready to copy 86. Elale 2223, climb via Suvas 1, echo departure, altitude 3000 feet. 4 километра, в принципе, вправо не будем. Не-не-не, вот так прямо. Хорошо. Прямо и, в общем, там, прямо еще. Сколько там? Еще полминуты. Хорошо. Еще. Вот, скорость хорошая, вот такая нормальная. Еще. Сейчас. И полностью, да? Да. И на такой скорости. Отлично, так оно. Не разгоняемся, не отпускаем. Растает. МГ, проклятые. 45 устанавливаю. И уравняй как есть, чуть-чуть правее будет, не страшно. 45 еще. Все. Стой. Ну ничего страшного, если вначале были бы немножко
На стояночный поставил. Кто вы? Скажешь. Подскажешь 10 секунд? Так точно подскажу. Часы пустить. Фары большой. Поехали. Тормоза. Прогрет. Режим. Увеличиваю. 120. Режим растет. Номинал параметр. Скорость растет. Режим 120. Взлетные параметры норм. Контрольная 150. Норма. 170. 190. 6 убирается. Безопасные наборы. Набираем на этой скорости. Хорошо. Фары прибираем малый. Убрал рулиние. Птицы. То есть убрали створки. Кран нейтрально. 120 метров, 290. Установлено на задачке. Пошли вправо, 285. Придавливаем. Сейчас будем убираться, уже 3 минуты подходит. Придавливаем еще чуть-чуть. 3 минуты, да? Нет, еще 2.15. Не-не-не, смотри внимательно. Ну, у меня как бы работает. Давай. Закрылки 15 убирается. Собираем. Еще вправо 5. Хорошо. Закрылки 15 убраны. Сейчас. Сейчас убираем закрылки 2. Закрылки 2 убираются. Lubber 753, maintain 180 north or greater until 6 miles by now. Yes, okay, we'll wait. Can we have 160, please? Lubber 753. Закрылки 2 убраны. А ты слишком вправо взял, влево, пожалуйста. Alpha Delta Bravo 39018, climb via Silver Swan to altitude 8000 feet. Climbing 8000 to zone of 3918. 8000 набираем. Набираем 8000.
Все, пошло. Так, я включу. Включил автопилот. Хорошо. Режим ЗК. Александр, скажи, сколько на твоих часах время от взлета? 23 минуты взлетели, сию 27.30. Прибираю, я повышенный номинал поставлю. 4,5 минуты. 4,5? Влево 269. Ставлю повышенный номинал, смотрим. Влево 269. Повышенный установлен. Но взлетный у меня был 4 минуты неполных. Дело в том, что мы же не от начала его установили. Хорошо, окей. На курсе. Регион. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятим ворогам! А ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!